Аллы Пугачевой. Детская школа. Она называется Future Star. Молодцы. 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 Тут вот такие индивидуальные занятия. Здорово. Да? Пишем. Пишем. Всех пишем. 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 О, хорошо. 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 Очень здорово. Очень здорово. Мама, а знаешь, папина сестра говорит, что я на папу похожа. Да? Ну, на маму. На маму. Похож. Похож на маму. Ну, знаете что? Красиво. Очень красиво. Я бы в школу пошел бы так. Очень красиво. Потому что мне нравится госпожа Алла Пугачева. Можно записаться? Угу. Там будет стоять наша. Вот студия, блин. Внучка. Профессиональная? Не знаю, как это. Да. Внучок. Да, пожалуйста. Филипп, давайте продолжим делать ремиксы. Каверы. Трап. Сейчас молишься. Приходите. Не умолвайся. Сзади опускается экран. Экран? Естественно. Все здесь будет управление. Все работает. Саунд и так далее. Ну все, достаточно хорошо. Лучше прям сделаем. Теперь пройдемте в саунд. Хочу сказать, что это первая школа, number one, а нам нужно, чтобы по всей стране взяли на вооружение это движение, открывали такие школы, но пусть они будут недорогие, пусть вкладываются в них те люди, которые хотят, чтобы дети росли, начинали свою жизненную позицию на красоте. Чуть-чуть атакуй ее надо. Вас снимает скрытая камера. Как вам голосовые возможности наших учеников? Я не удивлен. У вас плохих учеников быть не может, раз такой педагог, раз такие педагоги. Будущее есть? Вообще это все от звезд зависит, но с вами главное. А вы в ее годы такие же кренделя выдавали? Не, я в ее годы прилежно учился и даже не помышлял, а просто мечтал о подобном. Быть плохим учеником у Аллы Борисовны просто невозможно. Пугачева. Я прошел школу Аллы Борисовны.